Сегодня компания Велком подвела итоги ежегодного фестиваля мобильного кино. За 7 лет проект стал международным. В нынешнем конкурсе участие приняли авторы из более чем полусотни стран. Интерес к идее растет с каждым годом и потому, что в роли режиссера себя может попробовать каждый, вне зависимости от возраста и профессии. Смелые идеи и авторские приемы приветствуются. Условия для участия просты. Нужно снять фильм на мобильный телефон, загрузить его на сайт проекта и дождаться решения профессионального жюри. Темы могут быть самыми разными, поэтому в этом году мастера мобильного киножанра удивляли и трагической историей любви улиток, и даже мюзиклом с полноценно выстроенной драматургией. Если 7 лет назад «Велком Спортфильм» задумывался как такой эксперимент с целью посмотреть, на что все-таки способен смартфон, то сейчас мы говорим о том, что «Велком Спортфильм» превратился в настоящий международный фестиваль мобильного киноискусства. Уже второй год на наш фестиваль подаются работы со всех стран мира, и он стал рекордным по количеству заявленных работ и принятых на рассмотрение жюри. Из более чем 300 фильмов 77 сняли белорусы. Именно команде из нашей страны достался приз народного жюри. Авторы привлекли к съемкам актеров Купаловского театра и экранизировали эпизод из книги современного белорусского писателя Андруся Горвата. А вот гран-при фестиваля «Велком Смартфильм» отправится в США. Режиссером одним кадром снял документальный фильм об окончании намаза в одном из городов Бангладеш.